субботу в Самарской области солнечно и без осадков. Температура воздуха днем плюс 9, плюс 12 градусов, ночью 5-7 выше 0. Ветер южный, юго-восточный, подует со скоростью 3-5 метров в секунду. В Сызрани ясное небо, днем плюс 12, ночью плюс 7, ветер южный 5 метров в секунду. В Тольятти малооблачно, днем 9, тепла, ночью 6 выше 0, ветер южный 4 метра в секунду. В Самаре солнечно, днем плюс 8 градусов, ночью 4 с плюсом, ветер юго-восточный 4 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 54%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.